Река Дон. Внизу усадьба Полибина. В этом дворце, построенном в конце 18 века архитектором Баженовым, до революции находился первый музей Куликовской битвы. Дворец аристократов Нечаевых. Шуховская башня. Первая в мире гиперболоидная конструкция. It's too early, we are only checking. It's okay, we're having a tour. Mm-hmm. Yeah, it's okay if you work for 15,000. No, no. Yeah, but I have to call, but... Наука, она требует жертв. Ударился сильно. Угу. Из нее выскочил черный ящик. Что-то здесь перетерлось, мне кажется, просто. Das ist besser als Flugzeug, ja? Besser, ja. Hygrometrik. Можно выше теперь. Ну, это не научная реставрация, если через месяц проект требуется. Ну, если бы научная реставрация была, надо металл пробовать.